Приветствую вас, Роман. Давайте мы, наверное, с вами немножко поисследуем ваш вопрос, постараемся его разобрать. Я надеюсь, что в результате сможем к чему-то прийти. Итак, вы пишете о том, что у вас долгие отношения, мы расходились и сходились, появилась дочка, финансовые дела не очень. Смотрите. Ну, во-первых, если у вас долгие отношения, 15 лет, и вы сходились, расходились, значит, в них, в этих самых отношениях, есть некоторые проблемы, есть некоторые трудности. Вот. И, возможно, с этими трудностями нужно разбираться, возможно, конечно, что и нет, но, возможно, с ними нужно разбираться. С трудностями, потому что, простите, но если вы много раз сходили-расходили, то совершенно очевидно, что есть здесь некоторые проблемы. Как мне кажется, есть здесь некоторые трудности, как мне кажется. И наверное, имеет смысл поисследовать то, как вы в эти трудности, ну, вообще-то говоря, попали. Как вы в этих трудностях, вообще-то говоря, оказались. И вот уже после этого можно будет вам что-то рекомендовать. После этого уже можно будет вам что-то, ну, к примеру, даже менять. Вот. А пока что речь, к сожалению, идет, ну, исключительно о том, что непонятно, что менять, куда менять, ради чего менять, чтобы как, ну, в общем, это достаточно, я бы сказал, достаточно размыто. Здесь выглядит вся эта ситуация в целом. То есть да, вы говорите, что мы можем быть счастливыми, вы пытаетесь это своей жене доказать, но простите, вы же как-то оказались в этом состоянии, вы же как-то оказались в текущем положении вещей. И, соответственно, я думаю, что перво-наперво имеет смысл исследовать то, как вы, собственно говоря, оказались во всей этой ситуации. Как вы оказались во всей этой истории? Почему у вас большие долги, например? Почему вы много работаете, например? Да, то есть вот у вас, по сути, нет. Я так понял, да, у вас нет.
времени на личную жизнь. Вот. То есть у этого всего, ну, наверное, есть какие-то свои причины. У этого всего есть, наверное, какие-то свои основания. Так давайте постараемся сперва разобраться именно с этим и постараемся понять этот момент. А дальше уже будет, на мой взгляд, виднее, что делать, как делать, куда делать и почему делать. Ваша жена, она не видит изменений. Ваша жена не видит, что могут быть какие-то изменения. Ваша жена, если угодно, не чувствует, что что-то может поменяться. И в какой-то степени она права, потому что не видит конкретных перемен от вас. Но знаете ли вы сами, что необходимо менять? Потому что раз вы попали в долги, значит, не умеете жить посредством, не умеете распоряжаться своими ресурсами. И, вероятно, не умеете, ну, скажем так, соблюдать личные границы. Точнее, личные границы у вас вообще возможно, что и нет. Если это так, это, конечно, серьезная проблема. Потому что личные границы очень сильно нужны. Без личных границ крайне тяжело выстраивать какие-либо серьезные отношения. Вот. Без личных границ крайне сложно демонстрировать себе и окружающим, что все хорошо. Вот. К сожалению, сложно. Можно, конечно. Можно. Но сложно. И как бы вопрос, он к вам здесь. Так что же я сам готов сделать для того, чтобы ситуация изменилась. Вы пишете: живем в съемной квартире, работаем, получаем зарплату, и жизнь не одна бытовуха. Она работает, приходит домой, занимается ребенком, я работаю до поздно вечера, чтобы больше зарабатывать. Чтобы что? Вашей жене нужно развитие, то есть нужен плюс. Но вы не живете в плюс, вы живете скорее в минус, а? Потому что вот долги и всякое такое. Вы живете скорее в минус, а не в плюс. Вашей жене нужен плюс. Возникает вопрос, как вы собираетесь этот плюс реализовывать? И реализовывать, в первую очередь, хотя бы для себя самого, не для нее, а для себя. Для проблемы с тем, что у вас отсутствует, судя по всему, отсутствует глобальная цель. Глобальная цель, как
таковой, вас нет. И в этом заключается, наверное, главная проблема. Если нет глобальной цели, то не совсем понятно, для чего вы вырабатываете деньги, зачем вам эти деньги, ну и так далее. Тут есть еще момент, связанный с тем, что у вас имеет место быть ребенок. Вы говорите, что ребенок появился, но вы извините, если вам покажется, что я, грубо говоря, придираюсь к словам, но ребенок не может просто взять и появиться. Я хочу сказать, что ребенок появляется в результате зачатия, да? И если вы ребенка зачали, то, наверное, вам он, ребенок, то есть, был нужен. Наверное, вы его в какой-то степени хотели. Но если вы в какой-то степени ребенка хотели, то вот сейчас кажется, что не очень-то вы понимаете, зачем он вам нужен. Я имею в виду ребенок. Вот понимаете, в чем проблемка? Ну это в чем проблемка? Но именно в этом отсутствует четкая цель. Если цели нет, то ваша жена это чувствует и не понимает, куда вы движете дальше. Но проблема в том, что и у жены вашей цели как таковой тоже нет. Это тоже проблема, на самом деле. Вот. Ну, ваша жена, она возможно, считает, что должно быть так, что мужчина ведет женщину за собой, но не наоборот. И тоже с этим можно соглашаться, можно не соглашаться. Вот, но так или иначе выбор это вашей жены, и здесь просто вот не совсем понятно, что лично вы делаете, что лично вы собираетесь сделать. Вот. Также я хотел бы задать вам несколько деликатный вопрос, связанный с тем, а для чего вам семья? То есть вот у меня появилось такое ощущение, что вы без семьи вообще-то не можете. Ну, если это так, если вы правда без семьи не можете, вот, то это в некоторой степени серьезная трудность, потому что получается, что вы зависимы от своей семьи. Получается, что вам самому по себе ничего особо-то и не надо, а нужно только в контексте семьи. Если это так, то ваша жена вполне вероятно это чувствует. И она говорит вам, что нет развития, ты не двигаешься никуда. И в какой-то степени она права. Вы действительно никуда не двигаетесь. Ну,
потому что чего-то не можете или не хотите, а потому что вам, вероятно, это просто не нужно. Но если вам это не нужно, то почему это должно быть нужно кому-то еще? Почему это должно быть нужно, допустим, вашей той же жене? Я надеюсь, что вы найдете для себя ответы на эти вопросы, потому что они, эти ответы, очень важны. Вот. Важны они, в первую очередь, для вас. Конечно же. Для вас самого, чтобы вы лучше представляли себе свое движение, чтобы вы лучше понимали, куда вы движетесь, куда и зачем вы движетесь. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам пока что сказать. Вот. Ну, опираясь на то, что вы написали. Вот. На этом все. Соответственно, если вам мой ответ понравился, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Жене ничего доказывать не нужно. Как сказала моя коллега, действуйте, все у вас будет хорошо. Удачи вам, будем на связи.